Приветствую. Я сделал из тупой рекламы мобильной игры настоящую игру от KingDM. Погнали. В общем, на днях листая ТикТок, я наткнулся на это. Эта игра на мобилку выглядит лучше, чем Days Gone. Я бегом залетел в Play Market, скачал игру и... Это оказалась обычная донатная помойка-стратегия, где ничего этого нет. Да. Это наебывающая реклама различных игр. Реклама выглядит в 100 раз интереснее, чем реальная игра. Я так попался на King Crash, нет? Или Clash Royality. Короче, там, где в рекламе король, и там какая-то опасность происходит, который на него там, не знаю, лава течет, и он там надо что-то... Ну, короче, три варианта надо делать, что, кстати, есть в самой игре. Это, в этом они не соврали. Типа... Чтобы спасти короля, надо три в ряд решать, чтобы там что-то случилось, спасло его, да. В игре есть три в ряд, но ты никак не работаешь с королем, ты там всякое... получаешь очки и строишь типа дворец. Лол. Я не расстроился, просто... Вы думаете, можно меня просто обмануть и не дать мне в это поиграть? Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Я сделаю свою игру, ты же не станешь тратить время на этот бред. Стану. Видите ли, мы не можем сделать точную копию Ctrl-C, Ctrl-V, ибо мне надают по шапке из авторских прав. А поэтому я поступлю как истинный разраб из Индии. А знаете эту фишку? Когда выходит какая-нибудь новая популярная тема, и спустя секунду какой-нибудь индус тырит идею делать точно такой же клон на мобилку с India Edition в названии. Аджай, вы можете мне пообещать, что вы не перестанете воровать? Вы будете продолжать воровать? Я буду воровать по-страшному. Точно, вы мне это обещаете. Воровать мне нравится, потому что у меня это получается, и воровать нужно. А вот эти все, которые... Я за оригинальный контент. Да ложки. Воровать нужно. Золотые слова. Золотые слова. Запускаем Unreal Engine, и в двух словах, что я хочу сделать. Итак, как в рекламе, я хочу, чтобы у нас был хороший чел, и на него шла армия плохих челов. И чтобы у нас при этом была пушка. И каждые 5 секунд их становилось все больше и больше, и нам бы пришлось двигаться туда-сюда, туда-сюда, чтобы выжить как можно дольше. Но, изначально мы должны решить, игра у нас будет вертикальной или горизонтальной. Не хотел рассказывать про эту кринжовую историю, но как-то я стоял в автобусе и играл в Shadow Fight. Как вдруг ни с того ни с сего водитель резко затормозил. Я пролетел пол автобуса и приземлился на лицо. Мои ноги. Да, я тупанул, и надо было держаться за поручень. Да. Но эта история меня преследует, а значит, наша игра будет вертикальной. Раз уж мы будем воровать, то надо воровать лучших. А поэтому стилистику я стрелил из игры под названием Sticky to the Stickman. Игра выглядит простенькой, но вот эта простота и минимализм супер стилево выглядит. Прям приятно на это смотреть. А поэтому нам нужна моделька Sticky. Ну, это не то, чтобы украсть стиль. Нет. Не трогай. Все, уйди. Украсть стиль и непосредственно этой игры, потому что это стиль палка-палка человечек. То есть помню, раньше же еще во флеше были всякие такие игры. Например, там, где можно было вдвоем играть на одной клавиатуре и типа двумя человечками такими же управлять их руками-ногами и пиздиться. Поскакивать на батутах, типа. И пиздится, да. Мэна. Сколько? 24 бакса за вот это? Что ты делаешь? Что? Что ты делаешь? Кто я? Просто гуляю. Что это там? Пиздил. Что же у нас теперь есть моделька? Слушайте, если я ее взял без спроса, это еще не значит, что я ее украл. Ну ладно, да, эту я украл, но она нам была нужна. Я добавил анимацию ходьбы и бега и сделал двух вариаций челиков. Синий главный герой и красные плохиши. Ну как Sticky to the Stickman. Поставил камеру сверху и в принципе все идет по плану. Далее я попросил своего хоми мне помочь, ибо я хаза как с нуля прописывать коды. И пока он с нуля прописывал коды, чтобы враги спаунились пачками, и чтобы все это не лагало, и чтобы они еще и за мной бегали и хотели кокнуть, и все это с нуля. Я в это время тоже был занят важными
делами, играл в свою любимую онлайн-игру One State. Mm-hmm. Если вы искали что-то топовое на мобилку, то нам сразу доступны и на нем кто-то бандитки. Как это и при сам все играми. Yes. Скачивай One State по промокоду KingDM. Ссылка в описании. Ясно, давай. И в 5 утра работа была сделана. Спасибо моему хоуми Артему. Да. Следующий пункт у нас Рэгдолл физика. И видите ли, у нас есть маленькая проблема. Попробовав запустить толпу, плюс анимации, плюс физику, у меня крашнулась игра. И спустя 3 дня я нашел форум с 2014-го, где некий гений под ником Анонимус пофиксил этот баг. Он был в сети в последний раз в 2016-м, но он позаботился и оставил послание для будущих поколений. Мы тебя не забудем. Сначала я потестил, будут ли они за мной следовать, и потом проверил урон. И да, отныне даже когда они нокнутые, они все еще физичные. Я эту фишку стырил из CS Source. Странно, почему сейчас такого в CS нету, ведь, ну, это же реализм. Далее я решил добавить цвета, и сейчас они выглядят как семья муравьев. Мой хоми фанат атаки титанов, поэтому он предложил со временем делать из врагов гигантов, чтобы нереально было их убивать. Но хаза, выглядит как-то кринжово. Я хочу, чтобы как в Матрице просто толпа на тебя нападала. Вот это круто. И чтобы вы понимали, на 30 секунде за вами будут гнаться вот столько врагов. А на 10 минуте вот столько. Я хотел, зачем я это вам показал, выжить после 2 минут в принципе Unreal. Я подумал, почему бы не стримить... Типа Vampire Survivors, в принципе, да? ...чение стикмена. Это прям красиво выглядит. И нужно бы добавить боевку, а то враги тупо следуют за мной. Добавил плашки ХП над врагами, которые появляются тогда, когда в них будут попадать пули, чтобы вы понимали, насколько вы в безысходной ситуации. И, конечно, добавил таблицу и счетчик киллов и времени. А, честно признаться, хотел стырить счетчик спидрана из видосов Дрима. Но хазон выглядит вообще не к месту. Думаю, вы заметили, что движения выглядят как-то топорно, да? Как будто он какой-то деревянный, неприятный. Сейчас объясню. Дело в том, что когда мы, Homo sapiens, ходим, у нас трясется тело и голова. В отличие от пернатых, у которых есть стабилизация башки. Поэтому для нас, когда экран статичный, это смотрится максимально неприятно и нереалистично. В CSGO есть тряска камеры. В GTA, да даже в фильмах. Поэтому я добавил отставание камеры от перса и добавил фейк скрин шейк. Тем самым все заиграло совсем по-другому. И еще добавил текстуру бетона на пол. Теперь нам нужно добавить менюшку, оружие, стрельбу и анимации, поэтому мы снова позвоним Артему. Что ж, пока он будет делать легкую часть, я сделаю главное меню. Несмотря на то, что игру мы делаем из говна, палки, клея, оно должно быть качественным. Поэтому в главном меню должна быть анимация. Но, увы, у нас нету денег ни на аниматоров, ни на художников. Поэтому я буду юзать нейросеть Midjourney. Я написал «Синий стикмен убегает испуганный 3D в стиле Pixar». И это прям то, что надо! Далее я скачал бесплатные модельки УЗИМ, закинул их в Cinema 4D, положил их ему в руки, в фотошопе все это исправил и сделал его в PNG. А затем закинул его в After Effects. Я хочу, чтобы он, типа, знаете, когда в аниме эффект движения показывают? Вот что-то линии. Такое. Скачал аниме линии, поставил челика посередине, потом решил добавить эффекты выстрелов под названием Muzzle Flash. На ютубе были мультяшные и реалистичные, но мне мультяшные больше понравились. Типа, он одновременно и бежит, и стреляет. А далее, как последний ингредиент, я добавил тряску камеры экрана. И выглядит это довольно-таки круто. Но вот чего-то не хватает. К счастью, в этот день я с братом пошел глянуть нового Человека-паука. И я такой... То, что надо. Кто смотрел первую часть, знает, что там крутая рисовка типа комикса. Поэтому, придя домой, я добавил эффект S Half Tone, который добавляет вот эти маленькие шарики. И выглядит это как будто рисовка из комикса. В итоге, вот результат. Раз уж я теперь кашу под стиль Человека-паука, кнопки тоже должны быть как из комикса. Я сделал кнопку стартом и кнопки выключить или включить музыку и звук. Кстати, хотите прикол? Я сделал одну и ту же кнопку, просто добавил на нее красную линию. Но из-за эффекта Bounce, при нажатии у вас будет складываться впечатление, типа кнопка анимирована, а на самом деле там тупо картинка меняется. И теперь я залил это все в игру, и выглядит это все достаточно стилево. И надо бы какую-нибудь музыку для менюшки. Вы не представляете, где я нашел этот алмаз. В музыке в ВК. Я хаза, кто автор, но какой-то непризнанный гений создал вот это без авторских прав.
Кто бы ты ни был, знай, что ты легенда. И вот так теперь выглядит наша менюшка игры. Теперь надо бы добавить неплохо, оружие. Неплохо. Артем заюзал бесплатный пак оружия и добавил УЗИ в двух руках, пистолеты в двух руках, один калаш, одну снайперку и один дробаш. При скачивании игры у всех будет рандомное оружие. Но, если хотите ее поменять, то можете это сделать за просмотр рекламы. Вы что, добавили в игру рекламу? Но почему? Вот зарабатывать надо, да? Я люблю деньги. Да? Ну, хоть честно признал. Кстати, я решил добавить анимацию появления кнопок, типа они съезжают снизу, а потом плавно убираются. А маленькая деталь, но выглядит профессионально. К тому времени Артем добавил анимацию стрельбы, дрожание камеры при выстрелах и когда вас бьют. А я в это время делал кнопку смены оружия и иконки для каждого оружия тоже в стиле комикса. Еще мы стрелили полеты пуль из CS2. А я, кстати, хз, почему все так гнуют, типа, это кринжово, вот в CSGO такого нет. В смысле кринжово? Я даже в свою игру их добавил. Ну, это круто выглядит. Ну и как последний штрих, мы поработали над оптимизацией и далее сделали превьюшку для Last Guy. И решил залить это в Play Market. Нам отказали? Видите ли, после 4 минут игры на экране становится больше 400 противников. А на 10 минуте их будет вот столько. И на старых кирпичах 2015 года играла Гала. Или вообще не запускалась. Поэтому мы чуток ухудшили графон. Ну как чуток, раньше трупы врагов оставались, и другие враги об них спотыкались. Но вы, челики, у которых телефоны не хотя бы 2020 года, такое бы даже не потянули. Поэтому мы, ну как мы, Артём, всю ночь фиксил данные проблемы. И дай бог, чтобы нас утвердили. Надеюсь, когда видос выйдет, игра уже будет доступна. И буду рад, если вы попробуете поиграть в мою самую первую игру. В любом случае, спасибо за просмотр. Если этот видос удачно зайдет, то у меня есть еще куча идей, которые можно воссоздать. Да, Артем? Бедный Артем. Сейчас посмотрим. Ладно, Last Guy. Что-то нету. Есть Last Guy Standing. Может, С надо? Last Guy. Нет, что-то нету. Видимо, не утвердили игру Кинга. Да, он в порядке. Угу, немножко в мер. Прикольно, прикольно, интересно. Как делать и горы? Конечно, я думал, там будет нечто все-таки другое, потому что это просто обычный платформер. Нет, не платформер. Выживач, типа Vampire Survivor. Алекс Фокс. Новый реакционер. Или старый, может быть. О. Да. Вот. Прикольно, молодец. Но я думал, он реально DM сделает. Что, ну, подобную игру, как в рекламе. То есть там спасать короля, три в ряд делать, как я описывал. Либо вот это пробегать через усиления всякие. Надо будет глянуть. Айсберг сложнейших игр. Как-нибудь, ладно. Всем спасибо за внимание. У меня есть Boosty, у меня есть Telegram. Я провожу стримы. Все ссылки в описании. До скорых встреч. Всем пока.